Друзья, всем привет, с вами Алексей. Сейчас мы находимся в Москва-Сити возле нашего офиса. Сейчас мы встретили наших клиентов, которые получили свои долгожданные американские визы. Так, вот они сейчас. Вот они, американские визы. Ребята получали их в Польше. Вот, давайте немножко расскажем о себе нашим подписчикам. Как проходил процесс? У меня была виза рабочая польская. Я, по слухам, там было, не было очереди. Хорошо выдают визу в польском, в Польше, да, в американском посольстве. Я получил, чему я очень рад. Так что моя мечта, можно сказать, наполовину сбылась. Классно. Всем огромное спасибо. Поздравляем вас. Вот ваш паспорт с визой. Удачи вам в вашей докторской. Спасибо. Вот. Давайте с вами познакомимся, расскажите о себе и как проходил процесс. Здравствуйте. Ну, зовут меня Хасан. Тоже так же получал через Польшу. Удобно, там без очередей, свободно. Угу. Ну, в Америке у меня друзья работают, и вот к ним хотел съездить, хотя так немного английский знаю. Начинаю забывать, хотелось бы его и немножко адаптировать тоже. Угу. Ну и поработать, а там уж как получится.